Всем добрый день. Как вы поняли, в Лазаревском 32 градуса. В тенечке пока еще. Пока в тенечке. Обстановка отличная. Жарко, очень жарко. На пляже людей несколько поменьше. Я вот в ходе предыдущих съемок об этом говорил на Дзен-канале. Этот дневной мы встречаем с вами здесь, в районе отеля «Магнит». Ой, господи, «Магнит». «Маяк». Все, туплю. Идем смотреть море. Вот, пожалуйста, место свободное еще есть. Народ разбежался сейчас. Не все хотят такую жару сидеть на море. Покрывальцы, которые многих раздражают. Ну, даже без покрывальцев места хватает. Вон, смотрите, целое поле покрываль. Что, пойдемте посмотрим, проверим воду. Сегодня я ее не замеряю, ребят. Я и так знаю, что она горячая. Утром на пляже Лазаревский 2 она была намного-намного прозрачней. Кто смотрел утренний обзор, знает. Сейчас же в дневные часы здесь она достаточно теплая. Очень теплая. Я думаю, за 30. Ну, 30 точно есть. Ну, во всяком случае, граничит. Но все равно непрозрачная. Люди купаются, девушки вон солдатиков всяких делают. А я пойду дальше гулять. В сторону центра. Очень теплая, очень. Как будто бы действительно парное молоко. Когда я написал такое в комментариях. Точнее, в заголовке. Кто-то мне написал, что ж ты, вражина, такой дразнишься. Ну, как есть, так и пишу, ребятки. Камни горячие, но когда выходишь сразу из воды, еще нормально, а потом уже, как ноги просыхают, все прям просто Ташкент. Так, давайте там выберемся наверх. Какая-то иностранная песня. Отель Лаза Холл и Бест. Я запомнил его название. Бест, Бест. Просто в ходе одного из вечерних эфиров кто-то мне говорил, что мы машем тебе с балконов отеля Бест. Вот я и запомнил. Красивое здание, очень мне нравится. Интересное. Кинул и тапки, и ключи. Хорошо, вспомнил. Кто-то оставил свои труселя прямо здесь. А мы выходим на набережную. Потопаем в сторону дома. Столовая «Виноград». Очередь. Будьте здоровы. Справа все купаются и загорают. Слева, то здесь прямо, точнее, скорее по набережной, все просто гуляют. Ну что, друзья, Санька я не встретил случайно. Хотя еще есть надежда небольшая. Раков красных слышу. Красных и прекрасных. И вареных к тому же. Всем подписчикам на YouTube-канале говорю до свидания. Всем, как говорится, до новых встреч. На этом дневной обзор заканчивается. И мы с вами уходим на Дзен.